90-летний юбилей сегодня отмечает ветеран Великой Отечественной войны, жительница города Ноябрьска Анна Захаровна Стройла. С такой красивой и достойной датой поздравить лично женщину приехали глава городской администрации, руководитель службы соцзащиты населения и представитель городского общества ветеранов. Юбилярше подарили цветы, мультиварку и, конечно, теплые слова. По поручению президента Владимира Владимировича Путина, губернатора Дмитрия Николаевича Кобылкина, и от нас лично сердечно поздравляем вас с такой замечательной датой, потому что 90 лет бывает раз в жизни. Да? Раз в жизни. Не думала дожить до 90. Да, мы вам желаем, искренне желаем, чтобы вы как можно дольше жили и радовали своих близких, потому что на самом деле родители, бабушка, прабабушка, может быть, уже теперь, да, на самом деле вы очень-очень